Всем привет, мои хорошие! Мы сегодня с дочей в диагностическом центре. Мы сдавали, помните, анализы, нас и много отправляла. Сегодня забрала результаты. Вот, в принципе, можно было и без дочери приходить, но я ее взяла с собой погулять. Вот. Погода суперская у нас сегодня, можно чуть прогуляться. Пойдем домой. У нас здесь зелено. Да, мамина? Эй! Она столько капризничала там внутри, столько капризничала, пока ждать. А, Кися пришла, да? Это Кися. Кися. Кошку увидела. Посмотрите, как у нас классно. Сейчас самая, наверное, хорошая погода. Начало осени, не жарко, не холодно. Киси гуляют. Так, мы идем к такси. Такси приехал за нами. Так, скорее всего, встреча, такое громкое слово. Встречу с подписчиками я устрою через... Я не знаю, успела я записать или нет, про встречу с подписчиками устрою ее через пару дней. Надеюсь, погода будет хорошая. Вот только где устрою, пока еще не знаю. Я обязательно об этом скажу и в Инстаграм, и в посте где-нибудь на YouTube. Обязательно, конечно же, дам знать. Мои хорошие, мы опять зашли в мою любимую кондитерскую «Мелодия вкуса». Решила попить чаю с Наполеончиком. Заодно, так как вышла я с зефрашкой в город, думаю, свожу ее к ортопеду. Мы сходили к ортопеду, посмотрели ее ножки. Как я и говорила, у нас вальгус был, он остался. Сказали продолжить массажи через определенное время и одевать обувь с высоким задником. Ну, в принципе, я так и собиралась делать, когда она на ножке становится. Вот. Да, это что такое? Что это такое? Вот. А так в основном сказал, все хорошо, переживать не за что, это все проходящее, это все поддается коррекции. Сказал, не, абсолютно не за что. Ай, переживать. Что там, мамина? Там нету. Нету там. Солнышко. Я сегодня ей делала заколочку. Она, знаете, несколько раз ее пыталась выдернуть. В конце концов, ей пришлось смириться. Зихрунь, занята. Сынулю остался с мамой. Эй! Вчера ходили с сыном в гости к подруге. Где-то 2 часа нас не было дома. Представляете, пришли домой. Надо было видеть моих детей. Они играли так, как будто бы не виделись целую вечность. Они радовались друг другу, кричали, смеялись, бегали. То есть... Вот видишь, ты его здесь стукнула. Кричали, смеялись, бегали. Ну, как будто так очень-очень сильно скучали друг по другу. Нам с мамой это было очень приятно. Ты чем так увлечена там? Деловая. Зефра. Сейчас ее внимание ничем не отвлечь. Ты сильно занята, да? Очень занята. Всем привет, мои хорошие. Сегодня я зашла в магазинчик за витаминками для деток. Ну и кое-что... Нет, для себя ничего не взяла. Нет, да? Нет. Ну ничего, главное дети. Здесь витамины, которые я сама изначально заказывала с сайта iHerb, но на этот раз решила взять сразу в магазинчике. Магазинчик находится в Махачкале, и у них есть еще страничка в Instagram. Ссылочку, если не забуду, я вам оставлю. Вот это вот я постоянно беру для деток. Эхиноцея. Она очень выручает. В холодное время года особенно будет выручать. Еще витамин С. Хорошая штука.
Ну, D3 тоже даю я, даю из вот этой серии, но у них нет витамина D3, который я даю. Пришлось взять другой D3 с витамином K2 вместе. Здесь на витрине нет у вас такого даже? Нету. Ну, заказать можно все, что вы хотите с сайта iHerb. Можете заказать здесь у нее. Если забуду ссылочку указать, напомните мне. Сижу и жду такси. Где сижу? Устала. Вчера плохо спала ночью, сынуля будил постоянно. И рано проснулась тоже. А сейчас у меня занятые будут дни, потому что мне нужно... Ну, мы же всегда все на последние дни откладываем. Сейчас нужно сделать покупки перед отъездом. Сейчас пойду куплю чай, который мы с семьей все любим. В Турции его нет. Очень любим именно этот чай. Здесь тоже пьем его, и там и я, и муж. Мы все любим с бергамотом чай. Вот. И еще что-нибудь вкусненькое-вкусненькое, чего нет в Турции. А в Турции нет много чего из наших продуктов. Кстати, у меня на канале были такие видео, что нет в Турции. Но с тех пор, наверное, что-то уже появилось, я думаю. Вызвала Яндекс Такси, что-то долго едет, долго. Лучше бы вызвала наше местное Анжи, а он приехал бы быстрее. На улице Магомедаджиева, здесь недалеко находится институт, в котором я училась, точнее, академия, сельхозакадемия. Проезжала мимо, такая ностальгия, я давно не проезжала по этой улице даже, просто такая ностальгия была. Студенческие годы сразу вспомнила свои. Итак, немножко передумала, планы поменялись. Прекрасная погода, решила, я не завтракала, решила хотя бы пообедать где-нибудь в городе. У нас дома перебой с водой. Итальянская кухня. Нет, наверное, в итальянскую кухню не пойдем. У нас дома перебои с водой, потому что проводят воду. Нормально никак вот не закончат. Получилось так, что суббота, воскресенье, еще и понедельник были выходные. Сегодня у нас среда. Это второй день идут работы. Ну, очень медленно идут эти работы. Так, пойду перекушу. Наверное, вот здесь есть как раз это кафе «Постучи», в котором завтра у меня будет встреча. Если кто из подписчиков захочет, подойдет. Завтра я здесь буду с 4 до 6. Перекусить приеду сюда, и заодно, если кто захочет меня увидеть, подойдет. Я буду рада каждому. Хоть один человечек, если придет, я буду рада. Вот. «Постучи», по-моему, называется. Вроде. Или нет. Или да. Да, кафе «Постучи». Я думала, неужели я перепутала название. Сейчас. Вот такая вот обстановка здесь. Мне здесь нравится. Смотрите. Очень интересно. Здесь два, по-моему, зала. Еще на улице можно посидеть. Зеркала. Везде зеркала. Привет. Ну, только громкая музыка. Я не люблю громкую музыку. Видите, как красиво. Перекусила и позавтракала, и пообедала одновременно. Опять стою, жду такси. Вот сейчас точно поеду покупать чай. Да, какая красота. Как я люблю зелень, когда все вокруг зелено, красиво. Это у нас улица Радищева. Это у нас государственный университет, Дагестанский государственный университет, ДГУ. Один из его филиалов, ну, главный его филиал, корпус. Слева в той стороне у нас рынок продуктовый.
А в той стороне парк Ленинского комсомола. Ну, это центр города. Центр, центр, центрее некуда. Здесь недалеко моя бабуля живет. Вечером к ней пойдем в гости. Я уже, наверное, 250 раз про это сказала. Привет-привет, мои хорошие. Сегодня у нас отличная погода, солнце. Ну, правда, с утра был ветер, но ничего. Ветер можно потерпеть. Мы с супругом идем. Его нужно зарегистрировать по месту жительства. Он, так как сегодня уже ровно неделя, как он приехал, прилетел точнее. Кстати, да, я не говорила, что он супруг прилетел. Как-то все вылетело из головы. Сегодня ровно неделя, нужно его по месту жительства зарегистрировать, потому что больше недели, если остаешься, там, по-моему, уже штраф. Без регистрации, если остаешься. Вот. А потом у меня встреча с моими подписчицами. Мои солнышки, ждите меня. У меня сегодня отличное настроение. Впрочем, как всегда. Вот детки спят, остались с мамулей. Как всегда, там мой муж что-то фотографирует. Ему так интересно, у нас ведь всю улицу перекопали, там воду проводят, новые трубы. Он это все фотографирует. Ему интересно все, как здесь проводят работы строительные, ремонтные, ну, всякие разные. Ладно, мои хорошие, закрываюсь. Пока-пока. Привет-привет всем, мои хорошие. Я на втором рынке нашим продуктовым и хотела показать, что у нас есть. Ну, у нас вообще-то все есть. Надпись уже как, вам многовато? Нормально пойдет. Груши вкуснейшие. 70 рублей килограмм вот эти груши. Цены, в принципе, у нас приемлемые на фрукты. Яблоки. Вот это, по-моему, кисло-сладкие яблоки, они, да? Очень хорошие, да. Я люблю кисло-сладкие. Яблоки. Дать килограммчик? Вот такие вот, чтобы не сильно красные. Сильно красные я не люблю. Да. Да. Нектарин. Да, 1 килограмм мне хватит. Но меня их никто крыть не будет. Беним. Бенимичин, эльма. А здесь, все, наверное. Здесь у нас цветочки. Это моя стихия. Насу? Эрик. Эрик мы? Муж первый раз пробует квас. Слива говорит. Аннем топлеем. Йо, Эрик Дильбо. Шуэлэ уфак пакло, юварлак. Алча говорит. Аннем топлеем, шок севьем. Ама Эрик Дил. А на эту посмотрите, пчела, оса. У меня лимонад. Ай, ама. А, она ваша ручная, да? Не, они вот в середине, они очень добрые.